Si nu n-ai tu apoi, în bar îmi mult n-a la cozir gal de apoi. Si mândi, min gana, min sin băi ca apoi. Bără bărzi, si zim de șit, în dără bărzi, bără bărzi, ma, bără bărzi. Мен қазір тортқа крем дайындаватырмын. Менің сестренкамен мамам пісірген торт дайындаймыз деді. Соған арттарынан ұставатырмын. Бұл крем, мен интернеттен көрдім ба, әлде бір жерден шықты бұл крем. 30% не, аты не? 30% қалай еді? Мамның аты қалай? Сливки, 30% сливки. Взбивать етеміз до густоты, до полной густоты. Одан кейін сахар и творожный сыр. Сол. Мені осылай. Болады, бұл қазы бұдан да қатты не густой болады. Значит, пока басы. Вот сестренкамды үйретіватырмын. Камерада әппақта, а в жизни кішкене рабочий. Кенемес па? Дұрыс беремсіз. Вот и біздің крем бітті. Ой, бітті деп қолма, бірінші тақтан өтті. Вот. Қазір біз не қосамыз? Творожный сыр қосамыз. Мені творожный сыр алдық. Сол. Сол. И арасы. Не ұрызмаса, өзіне қарап қасай. Жаңағы. Вот творожный сыр деген үстіп қатты болады, қазір сахар қосамыз, қос. Бұл. Стоп. Осталось на ночь, там не видно ничего. Вот, чуть-чуть. Краешка видно. Вот, 7 градусов, да? Да, крем готовится. Ну, крем уже готов, просто еще раз перенесу. Сол. Скоро бисквитный торт будем кушать. Чаймен. Без, в общем, дай такой так. Тесто дайм. Какой лучше полотенце, она не жопой мне, то есть там кишкине соусом, потом шаром и крем жарится. Короче, мен неге келдім, офисынайдың көлігін, Америкасына келдім. Скажите. Это мое платье, да? Да, это вот еще пока. Ого. Бачок там, да? Чуть-чуть. Бесвечиваюсь, Ниге. Упснула. Я сегодня как Рапунцель. Ванной как-то золотая. Ману? Я сам по примерка в Акельдам платинам. Там одно зеркало закрыто. Я конечно зеркало в Акельдам, чтобы показать вам платье. Ой, у меня сейчас шлейф подвинулся.
Назарбаева Альбина Болат қызы марапатталады. Марапатыңыз құтты болсын. Орта мектеп түлегі Омарбекова Алуа Ерлан қызы марапатталады. Марапатыңыз құтты болсын. Тут так красиво, короче. Тут нереально красиво. А, Шхонгардың тауындамыз. Армандар орындалады. Что так происходит? Я не знала. Все так быстро. Вон там поют, да, уже? Встретили рассвет. Все. Все, через несколько секунд, по-моему, уже полностью встанет или как. Чуть-чуть, а прикиньте, буквально несколько секунд. Вот это рассвет. Это просто офигенно.